بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Начинаем урок с именем Аллаха. И сегодняшний урок у нас о рождении пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, лучшего из пророков, лучшего из созданных. Пророк Мухаммад родился в городе Мекка. И как утверждают ученые, он родился в год слона. Но очень важно понимать, что тут ничего общего с какими-то гороскопами или какими-то ненормальными учениями, ничего общего нет. Почему же называется этот год годом слона? Потому что один злодей, тиран, собирался развалить Каабу, и во главе своего войска он вставил слона. Якобы при помощи слона, он собирался развалить Каабу. Но этого не произошло. Слон, по воле Аллаха, не сделал этого. Он остановился на определенном расстоянии от Каабы и ни в коем случае вперед не продвигался. И, в общем, эта история, отдельно мы ее расскажем. В тот год, когда произошло это событие, что не смог один царь со своим войском разрушить Каабу, и во главе его войска был слон, вот этот год так и назван год слона, потому что было одно из значимых событий в этом году. Так в этом году произошло самое, одно из величайших событий, это было рождение пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как утверждают ученые, он родился в месяце Раби-уль-Ауаль, 12 числа. И родился он в понедельник. И почему так? Здесь тоже есть мудрость. Не в пятницу, и не в месяц Рамадан, и не в месяц Раджаб, и не в месяц, когда совершают паломничество, а именно в месяц Раби-уль-Ауаль, 12 числа, и это был день понедельник. Когда у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, спросили, почему он постится в понедельник-четверг, почему он постится в день понедельник, в общем. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ответил: «Зака льому лази вулитту фихи, ва унзила алейя фиха». Пророк сказал, это день, в котором я родился. Это день, когда я получил откровение. И пророк Мухаммад действительно в понедельник родился. И в этот день он даже переселился с Мекки в Медину. И именно в понедельник он вошел в город Медина. А также в понедельник он умер. То есть много чего произошло в понедельник жизни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И непростые события, значимые для его общины. Так вот, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он, знаете, родился не в Рамадан. Это тоже сейчас мудрость есть в этом. Он не родился в пятницу, не с четверга на пятницу. А почему так? Потому что для нас с вами, если кто-то из нас рождается или умирает в месяц Рамадан или какой-то определенный день четверга на пятницу, то есть преимущество, и мы от этого получаем пользу. Но пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он родился в понедельник, поэтому понедельник имеет особенность, что он даже постился в этот день. Но не из-за понедельника он стал почетнее, а понедельник стал почетнее. И все, кто следует за пророком Мухаммадом, они становятся на каком-то уровне,
что заслуживает уважения. Они благодаря нам, пророк стал почетным. Понимаете, пророк Мухаммад, он из-за чего-то, что имеет меньшую степень почетности, не становится почетнее. В нем есть шараф, то есть почет в нем. Он самый лучший из созданных. Итак, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, очень удивительные события произошли, когда он родился. Его мать, Амина, на протяжении всего времени, ну, беременности, она не испытывала никакой тяжести, какой-то сложности. Ей было комфортно и удивительно спокойно. И она понимала, что носит под сердцем непростого ребенка, непростого человека, в смысле, который будет взрослым человеком потом, после рождения. Так вот, когда она родила пророка Мухаммада, это был понедельник, произошли просто невероятные события, и это было необычным, сверхъестественным. Но такого никогда в других местах не происходило, и с рождением других людей такого не было. Что же было одно из самых удивительных? Когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, появился на свет, вот в этот момент от матери его исходил свет вместе с появлением на этот свет самого пророка. Вместе с ним пришел такой свет, такое сияние. Это не просто материально, оно имеющее значение, это сияние было. Этот свет позволял самой матери пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, видеть на расстоянии аж до Сирии, на сегодня это Сирия, раньше это Шам территория называлась, там дворцы она увидела, но не суть в самих дворцах, а то, что на таком большом расстоянии Аллах Всевышний ей дал видеть. И этому есть значение. Какое значение? Распространиться свет знаний, свет веры и до этих территорий. И огромная территория была освящена. В будущем там будет распространился ислам. В то время еще не было, но потом распространился там ислам. Когда родился пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Мустафа, Мучтаба, Муртадо, Аль-Хади, и много имен его говорят о его достойных качествах. Пророк Мухаммад, когда родился, он тоже с первого момента был особенным, непростым. Он не как простой младенец, а уже имеющий какую-то физическую мощь, сильный. Он был отличающимся от других младенцев. Он когда родился, на своих ладонях опираясь, и вот так смотрел вверх. То есть не просто лежал, как простой ребенок, а он уже таким крепким был, несмотря на вот этот юный возраст, только родился он, и смотрел он в небо. Вот так. И традиция тех времен, что ребенка, и не только тех времен, и в наше время так делают, ребенка сразу закутывают в чистую ткань, так, чтобы не царапал себя, или, в общем, есть такое правило. И потом еще накрывает его голову, чтобы он мог дышать, но чтобы не мешало ему, ни солнце не палило и так далее. Ну и еще называется это как колыбель. Вот такое было приспособление раньше, сейчас. То мать так ухаживает за ребенком, и сверху закрывает. Но когда пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такое сделали, через некоторое время те, кто ухаживал, увидели, что эта ткань отброшена, и он свободно смотрит небо, и его взгляд направлялся в небо, потому что с небес сходит благословение и баракат. Только он родился, он уже смотрел в небо. Это не означает ни в коем случае, что Бог на небесах, но это означает, что Богом созданные небеса, они Богом определены как что-то почетное и непростое. С небес сходит все благословение и баракат. И теперь, кроме этого, нужно знать, что когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, родился, и дьявол был в истерике, в вопле страха, и паника у него была. И чертям стало очень плохо, чертям всем. Кроме этого, правитель Рима, он
часто у него была, как сказать, такая демонстрация, что он выходил на балкон и демонстрировал там свое превосходство над другими, как ему казалось. И вот эти все балконы, его огромный дворец, он разрушался, 12 балконов попадали, идолы попадали в разных местах. А еще этот правитель, он находил, как сказать, достаток из-за обилия воды. Ее стало намного меньше, она почти исчезла у них. Но это было как бы указывающим на непростое событие. Как пророк рождался, что-то происходило в мире, и до пророка Мухаммада это было с другими пророками. Но пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, у него была своя особенность. Вы знаете, что у персов в то время был огонь, которым они поклонялись, и они так усердно старались его сохранить, что постоянно, несмотря ни на дождь, ни на какие там стихийные бедствия или там изменения времен года, они все равно поддерживали этот огонь и сохраняли его. 1000 лет он не гас ни разу, несмотря ни на дождь, ни на что. Настолько они много подбрасывали и дров, и всего топлива, чтобы он, его сохранить. Но когда родился пророк Мухаммад, он мгновенно потух. Погас огонь персов. И еще, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, родился, то увидели сон не один, а многие люди. И как бы это было как знание, как знамение. И вот один из правителей, не мусульман, он увидел сон, что аж до Персии, до Ирана, который сегодня Иран, до этих территорий, ну, везде верблюды, кони, лошади, и все это так, с такой мощью, все больше и больше расходятся. Испугавшись, этот Кисро, этот правитель, он задался вопросом, собрал людей, и у них то время, у немусульман, как и в наше время, у немусульман очень сильно развито вот это колдовство, магия, как будто предсказатели у них есть, там, они общаются с чертями, вот какую-то информацию дают, потом кого-то обманывают. В общем, то время тоже этот Кисро созвал людей, и ему объяснили, что родился тот, чья жизнь будет распространением света, и этот свет разрушит его государство, его систему. Вот такой урок у нас сегодня. А еще было такое, что дедушка его, дедушка пророка Мухаммада, Абдул-Муталиб, он увидел сон. Ну и какой сон он увидел? Он увидел, что с его шеи сходит серебряная цепочка, но она непростой стала, это ему снится во сне, приснилось во сне, что она начинает увеличиваться, что эти кольца становятся количество больше, и аж до неба, и до востока, и до запада, и такое огромное, и что на разных частях света люди пытаются удержать от того света, который исходит, и цепляются, пытаясь удержаться за все это. Но и тогда, когда ему знающий и компетентный человек объяснил, он сказал, что из твоего рода, от вас, будет такой человек, чье поведение, чья жизнь, и чьи знания и вообще его призыв будет причиной спасения для многих, что люди будут нуждаться и нуждались в этом, и будут пытаться всеми силами удержаться за него, в смысле, за этот свет знаний. Поэтому мы говорим «Альхамдулиллах», «Слава Богу», что мы мусульмане, и просим у Аллаха, чтобы Он нас, Всевышний, сохранил на этом пути, чтобы мы крепко держались этой цепочки знаний и этого света, который исходит до нашего времени от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. На этом мы урок закончим. И на следующем уроке мы будем продолжать говорить о пророке Мухаммаде, что было, когда он родился, и дальше в его детстве. Ла илляха илля Аллах, Мухаммаду Расулуллах,
Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.